Дорогие друзья, дорогие телезрители, разрешите мне вас поздравить с Международным днем музыки, музыки вашего сердца. Музыка звучит везде, она звучит в природе, она звучит в тишине. Музыка — это то, что дает нам возможность мечтать, это то, что позволяет нам радоваться жизни. Поэтому у каждого своя музыка сердца. Я вас поздравляю с этим праздником и желаю, чтобы у вас никогда не умолкала музыка вашего сердца. Моя любовь, как ангел за спиной, дарила крылья, чтобы вновь подняться. Летала, словно птица над землей, хотела снова в вечность возвращаться. Других богатств не нужно мне, мой ангел охранял повсюду, шептал в ночи красивые слова. Цвела подобно чуду. Лети, лети, мой ангел, улетай. Иди, веди вслед за собою. Храни, храни меня от бед. Дари любовь и стань судьбою. Лети, лети, мой ангел, улетай. Веди, веди вслед за собою. Счастье сберегая, и забывала горести свои, когда про ангела я вспоминала. Рождались мысли, песни и стихи, неся звездой горящую к вершине, когда не властны надо мной, и скрыли ангела, что за спиной. Жива мечта, небесный ангел кружит надо мною, на сердце мир и доброта, есть крылья ангела, что за спиною, других богатств не нужно.